Переселят быстрее, чем думали. Именно это, но официальным языком, написано на новых табличках, которые появились на двухэтажных деревянных домах Пойковского. В поселке реализуется нацпроект «Жилье и городская среда». Работает адресная программа по переселению из аварийного фонда. Жилищный фонд в программе признан аварийным до 01.01.2017 года. Соответственно, у нас реализация программы предполагалась изначально до 2025 года. Но поскольку у нас перспективное строительство, видите, по поселку участков очень много, поэтому сроки по выселению домов были пересмотрены. Изначально в программе было 63 дома. Большую часть расселили. Осталось 18 деревяшек. Муниципалитет для решения этого вопроса уже приобрел необходимое количество квартир в новостройках. Стоит отметить, что возведение жилья в Пойковском идет ударными темпами. Одновременно строится 15 домов. Скоро закипят работы еще на нескольких участках. Такого в истории поселка еще не было. И люди это видят. Мы ждали, конечно, очень давно. Я в этом поселке живу с 1986 года. В 2001 году мы получили вот квартиру в деревяшке в первом микрорайоне. Вот, и 22 года, считайте, я там прожила. Очень долго ждали. Ну, честно, была в шоке, что здесь получила квартиру. Поэтому я очень рада, эмоции. Вот я уже дочери старшей сказала, говорю, еле-еле сдерживаю, чтобы не расплакаться от счастья. Те, кто попал в обновленный список, уже переехали в новостройки в 7-м микрорайоне, а также в многоквартирник по адресу 336. В июне этого года планируется выполнить программу расселения аварийного жилья досрочно, о чем еще раз напоминают жителям таблички, установленные администрацией. Но на этом работа по ликвидации непригодного для проживания фонда не заканчивается. Сокращаются и следующие сроки. С 30-го года они перенесены на более ранние. Ольга Слобоженюк, Юрий Баталов, 7-й канал.